Активист Денис Стукалов регулярно принимает участие в общественных делах, специализируется на расчистке водоемов. А сегодня пришел помочь привести в порядок помещение будущего инклюзивного центра на Подшипниковой, 16. Это лучший отдых и работа одновременно. Помочь людям в хорошем начинании. Я считаю, что каждый человек должен по мере сил участвовать. Инклюзивный центр станет местом, где людям с ограниченными возможностями будут помогать жить полной жизнью. Здесь разместятся кружки, будут проводить мастер-классы. Идея его создания принадлежит самарским общественникам. Помещение предоставила администрация города. Помочь привести его в порядок пришли активисты ОНФ. И вот мы сегодня решили сделать вот такое доброе дело и провести субботник, прибраться здесь, вынести крупногабаритный мусор, тем самым как можно быстрее ускорив открытие этого инклюзивного центра. К лету мы планируем отремонтировать половину, которая более свежая, и к ноябрю следующего года должны открыть весь ресурсный центр. В конце месяца в Самаре пройдет благотворительная ярмарка, где желающие смогут купить картины, написанные людьми с ограниченными возможностями. Вырученные средства пойдут на ремонт центра. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.